Разыскивается канцлер Германии. Немецкие журналисты уже несколько дней пытаются выяснить, где и с кем проводит свой отпуск Ангела Меркель, но пока безрезультатно. Все версии местонахождения главы правительства собрала Татьяна Лагунова. Прошлая среда – открытие фестиваля классической музыки в баварском Байройте. Это последнее появление Ангелы Меркель на публике. Потом канцлер ушла в отпуск и пропала. Все были уверены, она, как обычно, отдыхает с супругом Виталии. И действительно, на днях папарацци сфотографировали профессора Заура в горах Южного Тироля. Он был с сыном, но без жены. Где Ангела Меркель? Куда она пропала? Этим вопросом задаются не только немецкие таблоиды, но и серьезные аналитические издания. Версий несколько. Канцлер с мужем в Южном Тироле, но прячется от папарацци. Или решила в этом году остаться в Германии, отдыхает у мамы под Берлином. И, наконец, самое тревожное предположение – приболела и попала в больницу. Ясности не вносит и пресс-служба канцлера. Там уверяют, все в порядке, Меркель постоянно на связи. Но вот откуда канцлер выходит на эту связь? Не уточняют. К поискам канцлера подключились и немцы. СМИ сообщают, на днях Меркель якобы видели в Мюнхене. Кто в опере, кто просто в городе. А самые внимательные журналисты вспомнили, на пресс-конференции перед отпуском Меркель как-то неохотно, без деталей, говорила о предстоящем отдыхе. Не буду скрывать, я рада, что впереди отпуск. Несколько дней смогу поспать подольше. В любом случае, где отдыхала канцлер, все равно станет известно. Самое позднее, когда она вернется на работу – в середине августа. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».